в будущем хочу проводить тренинги по социальному проектированию, потому что в последнее время очень большой запрос стал появляться и от НКО, и от молодежи, от инициативных граждан, которые хотят участвовать во всевозможных конкурсах и не знают, как создать свой проект, как его обличить в заявку. Ведущие школы сказали, что очень опасно всегда работать с реальными проектами, потому что для людей это наболевшее. И да, действительно, это так. Мы тоже с этим сталкиваемся, когда начинаем разбирать на тренинге конкретные проекты, то возникают определенные обиды. И здесь как раз вот те технологии, которые предлагаются, придумать либо какую-то выдуманную ситуацию, либо взять сказку. Вот как раз я планирую на этих двух вариантах попробовать посмотреть, что лучше зайдет у меня в регионе, у аудитории. Ну, я в любом случае этим занимаюсь, и хочется заниматься, и работу свою выполнять на более высоком уровне.